Привет, с вами канал Ukrainian Warlords. У нас тут бой в турнире, прямо сейчас проходит, играет Хемут, то есть я. Турнир по-моему Фот Спывающее море, который проходит на РЛ. Это у нас типа первый-второй раунд. Так как сетка неровная, для моего оппонента это второй бой. Ну, второй матч уже. А у меня это первый. Мой оппонент в первом раунде победил Эдди со счетом 3-0. Последний боем прошел бой Питбуль против Тараса. Но там Тарас победил Питбуля 3-0. И теперь Питбуль будет играть в нижней сетке с тем, кого победил этот мой оппонент. Питбуль будет играть против Эдди. Так, смотрим составчик. Фрикорвет. Необычный состав. Одна торпеда, не думаю, что куда-то, не думаю, что сможет кого-то этой торпеды вынести у меня. Так как у него состав немного рашен, я немножко отодвинусь подальше от него, не буду рисковать. Этого сюда, этот на мясо. Немного подальше. В общем, расстояние неплохое, подойдет. Так, я готов. У нас тут сейчас 8 утра. Я недавно проснулся. Там у него в это время сейчас утро, мне так кажется. Я не сильно разбираюсь в этих часовых поясах. Неважно. Но явно время для него сейчас удобнее, чем для меня. Ну чё, погнали. Чё-то мне кажется, что уже где. Судя по тому, как он корабли поставил. Твою мать. С яичником. Боже мой, нафига огненный не стрелять. Так, ладно. Коты пускай уже валит коронерку. Так, этого разверну. Опа. Надо было вот этим составом таким начинать бой поближе ко мне. Он сдалека начал. Не успеет он меня зарашить, так сказать. Так, а на нем я ступаю. Не буду на мясо играть. Пока что.
что у меня тут как бы преимущество дальности. Это ему нужно ко мне подходить поближе, я могу с места подходить. Ну вот, торпеды уже пошли, но от этой торпеды я не дам ему кого-то подстрелить. Одной торпеды мало, чтобы кого-то вынести. Она максимум сойдет, чтобы просто подвлекать его. Не найду прицел. Пойду его добивать. Внимание! Торпеды! Если уже можешь какой-то мини считать будет. К нашему кораблю движется торпеда! Так, ладно. Котами немножко вперед уже выдвинусь. Надо делать. Оттуда. Надо не вас лучника под все время сидеть. Пускай уже на автомате стреляем. Каждым кораблем лучника там дальше. Внимание! Торпеды! Вот эти торпеды даже не доплывают, только что. Батареи, но не получится. Не знаю, не взять. Если там уже дать, а сюда не так вы
игры, но лучше не расслабляться. Что-то меня напрягает вот этот его генерал. На одном корабле возник пожар. Он даже не подстрелять успел, он уже. Пушка на нерку не хочет залп, и мне надо его уже так оттягивать, затягивать. Просто не думал, что ранок он туда попрется. Вернись это раноком, вот этот код, у него будут неплохие шансы. Накладка выходит под контроль. Уже все не так просто, как я думал. Грубо говоря, посидеть тут с ручника, но тогда будет просто-напросто долгий бой. Мне придется этот бой длился очень долго, чтобы стрелять, поймать, с этим побыстрее покончить. Поэтому я иду на правом уже, скажем так. Ну-ка, вылез, так он высунулся. Юмиясен! Я по нему уже столько посадил. В общем, в этом бою я все-таки выше находился. Поэтому я выбирал первую карту. Вот я решил на эту карту. На одном корабле возник пожар! О боже.
Ваши войска отступают! Типа равный бой. Этого игрока немного тренировал, как и сам. Его на глобалке нашел и оттуда на других пригласил. Скинул ему гайд Ямато. Ну и сам с ним провел там бою. И он так вот слегка даже так накопился. Подкопил. Это уже точно уже беды, но... Командующему грозит смертельная опасность! Можно уже беды сразу писать. Даже ранда может все. Мясо! В общем, 1-0 я веду. И картон выбивает. Для архива. Так, ждем, пока он, когда он карту выделит. В общем, он за нашим составом не начал бой с угла. Сугаю, значит, хорошо. Выпробуй-ка другой состав. Попробуем-ка торпеду для разнообразия. Немного лучше стало ими играть, но все равно считаю, это рискованные корабли. В общем, даже если торпеда никого не уничтожает, все равно с ней бывает толк. Она корабли отводит, вынуждает соперника тратить контроль на то, чтобы спасти корабль от торпеды и прочее, но все равно. Многих просто теряет и
остаются ни с чем против целого флота, скажем так. Так, я готов, погнали. Дедлайны вроде как уже прошли на первые матчи, скажем так. Не могу назвать их первым раундом, потому что сетка кривая. Ну, в общем, первые матчи уже должны были закончиться, но не все доиграли до сих пор. Жду, когда Соклана Рудик доиграет. Доджерс. Там у него соперник что-то в друзья не добавлял, но добавил уже с утра. В общем, придется продлевать и... Турнир, как обычно, как и все турниры, в общем, в основном, выйдет дольше, чем планировался. Всех турниров, самый активный турнир, наверное, был, это ETS Суша и Море, Фоц. Там все без задержек играли быстренько, потому что в основном участники были не новички, в основном. Сами искали соперников. Сами звали их на бою. Тут какая-то фигня. Время прошло. Как минимум 2-3 матча еще не доиграли. Некоторые, конечно, действительно не могут сыграть по уважительным причинам. Бывают такие соперники, что просто в онлайне редко бывает. И с этим трудно что-либо поделать. Вот это место мне бесит. Тут какие-то острова замедляют передвижение кораблей. Поэтому... Ставлю его куда-то сюда. Так, ну, в общем, я готов. Попробую кого-то подорвать торпедой. Что-то стрёмно с ними, ну ладно. Немножко порисковать стоит для разнообразия. Так, в принципе, все по плану. Если все будет, как я планировал, вот и что-то будет. Так, и еще выдвигаемся. Понеслась. Так, этого сюда. Я по дороге хочу захватить арту. Соперник решил слегка покрепить. Назовем это так. Ну ладно, честно. У нас тут ни справа, ни строгие. О боже мой, что это? Надеюсь, не вылет на таком интересном месте. Фу. Ненавижу эти вылеты, с ними вообще много воспоминаний плохих. Захватили, да? Погнали следующий.
Ну-ка, попробуй казанок все-таки споймать. Такую добычу. Знатную. Боже мой, я где на до сих пор не отвозил лучник? Так, ладно, захватил, погнали. Не стоим, не сидим, не спим, как говорится. Быстренько все дело. Опа, ну наконец-то хоть кого-то вспоймал. Боже мой, что это? Видно, за стрима занервничал. Отвлекаюсь. Так, смотрим. Задумка, в принципе, удалась. Уничтожить хоть один код. Корабли отвел торпедами подальше. В общем, тут уже, в принципе, друзья. Мой ранок всем флотом не накинется на него. Не, лучше не буду рисковать, чуваки. Я иду всеми туда сразу. Что там не стояло? Я не понял, что он не развернулся. Боже мой. Я сейчас могу слить. Как видите, его тут опа, захватил. Так, где мы туда? Давайте еще разик с лучника побахнем. О боже мой! Я все-таки могу снять. Надо же. Огненные снаряды, по-моему, они мимо пролетели, не такая. А, вот в чем дело. Корвет. Как же я его мог упустить? Так, ладно, вот этим лучше от первого. Боюсь, что командующему грозит опасность. Отлично. Фу. Я не мог бы затащить этот бой. Он не мог. Если бы только мой ранок выбил. Корабле возник пожар. Так, ладно, что-то. По-моему, вот эта фигня мешает попасть. Боюсь, что командующему грозит опасность! Ладно, лучше корвет. Все-таки он валит сильнее. Дохнет быстрее. Все, уже теперь все это покинул. Ну, если бы он все
Все-таки ланок задавил мой мог вывод. Так, ГГ. Ну что, переходим к третьему бою. Карту выделяю я. Возможно, будет последний бой. Может, и вообще будет 5 боев. Со счетом 3-2. Сейчас увидим. Слабовато от торпед уворачивался, впрочем. Я всеми торпедами атаковал только один Катэцу. Генеральски там было тяжело увернуться. Ну, мог бы как-то попытаться. А, тут генеральски. Мог бы он с помощью скорости тарана увернуться. Еще ж он не воспользовался этим. Так, какую бы мне карту взять? Окей, такан будет. Что бы мне взять в этот раз? Попробуй-ка такой составчик. Немного рискованный, но если у него будет если у него будет состав из двух КТЦ, то думаю, прокатит такой состав. Карта небольшая, можно и порашить. Да, соперник расстраивается от поражения. Ну, у нас тут двойная сетка. В двойной сетке он сможет отыграться. В двойной сетке можно в финал попасть, такие случаи бывали, и выиграть. Вспомнить даже кубок Сич последний. Там Ямато с нижней сетки вышел гранд-финал и стал первым. Состав какой-то я слишком понтовый все равно взял. Чувствую, пожалею. Может быть, пожалею сейчас, что взял такой состав. Хм, прикольная шкала. Шкала мне нравится. Так, вот. Хм, мой любимый составчик он взял. Так, мне нужно быстро атаковать его, без промедления. По возможности протаранить кого-то из этих. Так, так. Так, самое главное, чтобы корветы, фрегаты, извиняюсь, доплыли. Так, а намерки на мясо. Попробую вот так поставить. Себя они первые удары возьмут. Может даже успеет пострелять. Так, надо. Я уже вообще люблю пробовать новые составы в последнее время. Тут разнообразие много моря и заката.
Просто все, большинство привыкли составами вот такого типа играть. На самом деле, составов много, просто не все хотят учиться играть новыми составами. Вот я решил таким попробую. Ради интереса спортивного. Я очень нервничаю. Таким составом даже никто никогда не играл на турнирах, если я не ошибаюсь. И понеслась. Слухи, что от перезарядки боевой дух повышается. Эти слухи не доказаны. Не знаю, насколько это правда, что боевой дух повышается. Или от перегрева двигателя горят, будто бы корабль. Пожар! Огонь может перекинуться на другие корабли! Корветик бы уничтожить побыстрее. Он опасный и неживущий. Так, чуваки, ну что, валите корвет побыстрее. Пожар! Огонь может перекинуться на другие корабли! Командующего, на бали! Все, теперь все толпой вместе. Все дружно валите ранок. Которому либо таран светит, либо вот такую обстоятельку. Твою мать, дальности не хватает. Блин, же надо подходить в свою очередь. Вот так. Еще раз. Боже мой, как я цепь. Боюсь, что командующему грозит опасность! Чё там, Томик у него? Вот зараза, не тонет. Так, ладно. Интересно, он свой ланок сможет протаранить? О боже мой, боже мой. Блин, скотина. На вашего командующего напали! Ладно, ему уже все равно кранты. Что командующему грозит опасность? Так, срочно разворачивайся куда-нибудь. Кто повернулся задом и это не делает.
прикольный составчик. Но от него, но от него легко отбиться. В принципе. Иногда мне кажется, что котом с ручника зажигательным сюда попасть это лучше, чем один залп от таких бронированных. Боюсь, что командующему грозит опасность! Прощение по флагу протарана. Ну и состав. Интересно, успею доплыть. А, я забыл еще канонерка. Забивайте. А, да, еще успел протаранить. Нормально. У соперника тут первый турнир. Какой-либо. Но, в принципе, начинает неплохо, мне кажется. Я думаю, в нижней сетке он еще всем покажет. На этом все. Первый матч закончен. Всем спасибо за просмотр. Пока.